даже если у пацанов что-то не получится, например, сейчас, да, в любом случае они и опыт приобретают крутой для себя, и себя проверяют, и мне кажется, что, блин, ну вот говорю же, если бы мне было бы сейчас там 20-21 год, то я в любом случае бы задумывался о том, чтобы попробовать. Поэтому в любом случае, ребята, надеюсь, с нами будут в Казани. А Сыч вроде точно, вот по Баряну еще вопросы, но я слышал краем уха, что Викторович сказал, что якобы он постарается договориться. Он знает тренеров, знает руководителей клуба, поэтому будем надеяться, что Барян будет в строю, потому что все-таки хочется в этой игре быть максимально в полном составе, в максимально готовыми, заряженными. И об этом уже, о самом матче чуть ближе к игре поговорим, поделюсь своими ожиданиями, мыслями. Вот. Поэтому пока еще немножко надо потренироваться, подготовиться, пойду отдыхать.